Встречаем сборную России по пляжному футболу. Анастасия Горшкова, Анна Акылбаева, Глафира Бажанова. Их тренер Иван Канаев. Туда. А вам куда не поместимся. Вы же испанцев победили в финале, правильно? Испанцев. То есть то, что мы... Вот кадры этого матча мы видим сейчас. Это как вы разрываете их. Ну и главный вопрос, конечно, к тренеру. Что чувствует тренер в ту секунду, когда ты побеждаешь? Ну, на самом деле, мы же ведь выиграли за месяц до этого Лигу чемпионов «Звездой Петербургской». И, по сути, пришло осознание, что мы выиграли Лигу чемпионов клубом, выиграли Кубок Европы сборной, и что значит русские девчонки самые сильные в Европе. Слушайте, девчонки, на песке мы самые сильные. Может быть, вы как-то можете сделать так, чтобы к Катару мы и на траве были бы тоже самые лучшие? С тебя предсказание победы, ты понял? Ну? Вы смотрели футбол, скажите? Да, смотрели, болели всей командой. Вот. Особенно я переживала за Игоря Акинфеева, так как я тоже принадлежу к Куратарскому братству. Вот. Мое пожелание было: Акинфеев, тащи. Он как мог тащил, но не получилось немножко. Ну а вам самый яркий момент чемпионата какой для вас? Мы смотрели в Португалии, когда у нас был чемпионат, смотрели игру вот как раз-таки со сборной Хорватии. Смотрели... Что? Это Испания. Нет, я не к этому. Вот. И смотрели мы в холле, там сидела сборная Турции мужская. Вот. Да. И это, конечно, вообще колоссальные эмоции. Мы просто там сходили с ума все вместе. Мужики тоже сидели: «Раша, давай, вперед!» Ну, в общем, очень классно было, да. Все поддерживали, все болели. Но мне кажется, вы должны сейчас для поддержки на будущие победы нашей сборной послать воздушный поцелуй всем футболистам, которые сейчас уже отдыхают, и Станиславу Черчесову, который сейчас в Австрии, но передавал всем привет и слова благодарности за поддержку. Поэтому да. Специально для Черчесова воздушный поцелуй. Сборная России, мы вас любим!